тактика у нас проводится, занятия по тактике специальной подготовки, а именно слаживание расчетов, отделений, взводов. Выполняются нормативы по сброске звена, сборке паромов и выгрузке катера на воду. На данном этапе мы отрабатываем нормативы по наведению парома. Вот, в дальнейшем будем отрабатывать норматив по наведению мостовой переправы. Есть время выполнения норматива на оценке отлично, хорошо, удовлетворительно. Это 6, 7, 9 минут. 20 тонн. Одно звено. На данном этапе мы сейчас отрабатывали норматив на 40-тонный паром. Вот. Если добавлять звено резервное, это будет уже 60-тонный паром. Способен переправить танк. Мое подразделение может применяться на любом водоеме, в любой реке, как это показала практика и на Святом озере. В нынешнее время очень важно.